Главной площадкой праздничных мероприятий 1 мая во Владивостоке в этом году стала набережная спортивной гавани. Здесь собрались тысячи горожан и гостей приморской столицы. Нас не делили по цвету глаз, солнце сияло одно на всех, верили в дружбу без лишних фраз. Со сцены их поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Дорогие друзья, труженики Приморья, мы по праву гордимся вашими трудовыми успехами. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых профессиональных побед. В течение дня на набережной работали различные тематические площадки, фотозоны, платформы профсоюзов, волонтеров Приморья, павильоны музея этно-татарской и башкирской культур, казачья лавка. Также каждый мог сделать памятное фото в советской квартире с соответствующей атрибутикой. 1 мая – это общий праздник, который объединяет людей различных профессий и поколений, всех тех, кто вносит свой вклад в развитие края. Анна Дьякова, новости на Восьмом.